Ну, бывает же так, что звезды сошлись. Мне кажется, у нас просто все звезды сошлись. У нас прекрасная, интересная история, которой могут сопереживать абсолютно все, которая касается всех. А у нас замечательная актерская команда, у нас прекрасный режиссер. Вот, поэтому успех у такого предприятия обеспечен. Ну, мне кажется, что вообще каждый сезон отличается. А в каждом сезоне есть какая-то новая глобальная тема большая, которая поднимается и раскрывается в сезоне. Поэтому, да. Но я думаю, что моя героиня идет на верном таком пути, по верному пути. Я бы хотела ее еще более, так скажем, раскрыть в том плане, знаете, есть такое понятие гедонизм, да? Вот я хотела бы через мою героиню ознакомить наших зрителей с этой философией. Ну, в этом сезоне будут, да, сложные сцены. Какие-то уже были, но мне не хотелось бы раскрывать все тайны и интриги, поэтому вы все увидите. Ну, на самом деле это интересно, и действительно какая-то появляется параллельная жизнь, которой ты живешь, и ты начинаешь подчиняться этим законам. Это очень интересно, окунаться, да, в такую другую жизнь. И как часто бывает в кино, когда кино заканчивается, становится очень грустно с этим расставаться. Но в какой-то степени есть, потому что мы же и наделяем героя своими чертами, да, преувеличиваем их, может быть, как-то иногда искажаем. Вот. А переносится ли в жизнь? Мне кажется, чуть-чуть переносится, потому что все равно есть какой-то настрой, да, кураж, какой-то градус существования. И иногда что-то такое не только ты привносишь в персонаж, но и персонаж иногда вдруг может проснуться и в тебе. Главная интрига нового сезона лично для меня. Вы сможете приоткрыть занавеску в спальне Ханны и увидеть, кто ее фаворит. Ну, я так думаю, что главная сложность, что все-таки Ханину в этом сезоне зацепила, так скажем, зацепила немножечко. Я имею в виду ее отношение от легкого такого и игривого перерастает во что-то большее по отношению к Куликову. Я думаю, что в связи с пандемией у всех изменилось отношение и мнение. И я думаю, что сейчас все поняли, куда нужно направить основные бюджетные средства в нашем государстве? Врачам.